В Западно-Казахстанской области пытаются оценить ущерб от непогоды. Накануне вечером на район Байтерек обрушился сильный ветер с ливнем и градом. Больше остальных пострадало село Чувашинское. Град побил насаждение, а ветер снес шифер с одного из домов. Был очень сильный ветер, град. Дети были дома одни, очень испугались. Стали мне звонить, скидывать видео. Потом соседи позвонили и сказали, что часть нашей крыши к ним во двор принесло. Сельчане говорят, все в округе грохотало. Дождь с градом стояли буквально непроглядной стеной. В самом поселке ущерба практически нет. А вот расположенные рядом фермерские поля пострадали. Еще вчера, говорят хозяева одного из таких, оно все было зеленым. А сегодня помидоры, которые едва пошли в рост, лежат прибитые к земле. Фермеры надеются, что посаженное еще можно спасти, но урожай однозначно придется собирать позже обычного. В местном акимате заверяют, если пострадавшим хозяйствам понадобится помощь, будут искать возможность. Сильный ливень с градом прошел вчера вечером полосой, нанес ущерб нескольким крестьянским хозяйствам. Здесь вот побило помидоры. Где-то буквально накануне фермеры начали убирать пленку над огурцами. Их тоже побило. В поселке у одного дома частично снесло крышу. Будем как-то помогать.